Всем привет! Ребят, прошло 4 дня, как мы снимали видео на улице. И вот сейчас мы вам покажем, что у нас тут творится. У нас солнышко, у нас тепло. Просто все тает. Кузя, не отвлекаемся. Ты со мной сейчас пойдешь. Пошли. Давай. У нас вообще все растаяло почти. Почти все растаяло. Вы представляете? Да. Ага. Кузя, так нечестно. Пристроился, а я его чешу. Да? Пойдем пройдем быстренько. Быстренько пройдем по участку. Надо посмотреть хозяйским взглядом. Все, глядим. Пошли, 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 пошли. Не стоим. Не стоим. Пошли. Кузя, за мной. Давай, 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 давай. Бегом. Молодец. Ты же у меня быстро бегаешь. Молодец. Вот. И вот представляете, все у нас растаяло. Теперь это все дело нам нужно пройтись граблями. Вот. И сегодня-завтра, наверное, мы начнем опрыскивать уже деревья. А чем будем опрыскивать? А опрыскивать будем мыльным раствором и туда добавлять всякую фигню, химикаты. Вот. А какую не помню просто, поэтому и говорю фигню. Просто забыла. Да, Кузьма? Так. Ну, вы видите вообще абсолютно все сухое. У нас все растаяло. Да. И луж вообще нету. Вот такое вот у нас. Вот такая у нас весна. Представляете, за 4 дня вообще все растаяло. Кузь, ты по большому кругу пошел, Кузя. Сынок. Вот. А на грядках, правда, можно уже что-нибудь посадить и укрыть пленочкой. Я думаю, что укропчик-то уже можно посадить. И сивок лук. Я его уже купила. Да. Вот такая у нас весна в этом году. Снега вообще прям практически уже нету. Так, Кузя где-то пропал. Так, а что ты там пропал? Ты там что стоишь? Ты там что стоишь-то? Кого ждешь? Так, ветер. При таком ветре звук не очень хороший получается. И вот смотрите. Наша спортивная площадка. Вы помните, что тут было? Буквально 4 назад. 4 дня назад тут еще лежал снег. И были сугробы. А теперь уже все. А теперь уже все. Так, ну пошли Кузьку найдем. Куда он делся? Где-то он застрял у меня. Потерялась моя собака. Куда делся-то? Вот ведь собака-невидимка. Кузь, а ты где, Кузя? Вот мама слепая. Кузя, тебе тут удобно? Кузь. Кузя. Сынок, тебе вообще тут удобно? Я тебя хожу ищу. Значит, по участку гуляю. А ты тут кого выглядываешь, ты сидишь? Ты себе новое место нашел, да? Да? Слюнявая собака. Пошли прятаться.
Пойдем. Я поняла, что тебе жарко на солнышке. Пошли, давай. Пойдем, пойдем, мама сейчас и водички нальет попить. Пойдем, моя зайчка. Иди сюда быстро. Ой, спать хочется. И спать хочется. Кузя, пошли. Кузя, ко мне. Ко мне. Иди сюда. Какого? Прям закомандовал вообще. Вот командирша тоже ходит. Да, Кузь? Я сам знаю. Я сам с усами. Да, большой же, все знаю. Ну что, встал-то, пошли. Не стоим. Не задерживаемся. Идем, идем, идем. Ой. Только бы не упасть спиной, вообще идти. Это вообще шикарно. Да, Кузь? Да. Ну чего? Все. Все, мы с тобой прошли, посмотрели. Да, Кузьма? Все у нас хорошо. Вообще везде все сухо. Кузя, ты опять отстаешь. Кузя. Все сухо. Да. Вот теперь только грабли в помощь. Кузька, догоняй. Иди сюда. Ну чего сел? Иди сюда ко мне. Ко мне. Кузя, рядом. Вот раскомандовалась-то. Может, подумать, ее кто-то слушается. Да, Кузь? Иди сюда. Кузя. Зайчик. Зайка мой, иди сюда, я тебя почешу. Кузя. Кузь. Ну, иди ко мне, мое солнышко. Иди почешу, честное слово. Иди почешу, иди сюда. Ну, Кузь. Ты будешь слушаться? Ко мне. Вот даже я не подумаю. Кавказец, одним словом. Чего это маму еще слушаться? Иди сюда, ко мне, быстро. Кузька. Ко мне. Пошли. Кузя! Иди сюда ко мне! Иди ко мне, моя зайчка! Иди сюда! Ой, непослушная собака! Ой, непослушная собака! Ну ладно, может, у меня в кухне открыто? Я не помню. Ты там давай не укладывайся! Не-не-не-не-не! Не-не-не-не-не. Иди сюда. Эх. Ну ладно. Бесполезно. Все, теперь уже просто начались теплые денечки. Теперь Кузя будет больше на улице находиться. Ладно, гуляй. Что с тобой делать? Ребят, всем хорошего денечка. Всем мира, добра и любви. Все. А пока. Пока.